на кондиционер, может быть, охота, конечно. Лето жаркое, да, было? Да, лето очень жаркое. А мы как дети, пенсионеры. Нам тоже нужно, чтобы прохладно было. Бачки на лечение, в аптеку. Куда мы потратим? У меня этот сыновья, внучки в кредитах сидят. Им помогу. Если бы каждый день давали, еще бы радостнее было. Даже не знаю. Это такая мелочь, что даже говорить не о чем. Да, что-то я и сам думаю этот. Завтра проснемся. Какие вам 10 тысяч скажут?